Все. Хорошо. Всем привет! Сегодня я хочу вам показать ножницы. Это фирма Sway, именно пятый класс Infinity. Покажешь, да? На коробочке красиво. Давай, я покажу. Как они выглядят. В комплекте сразу идут два кольца и масло. Так что мы будем сегодня делать полотами? Сегодня мы проработаем концы. Да. Так, немножко оживим форму, придадим им просто направление. Подпойкинг очень хорошо работает. Угу. Это больше к женскому или мужскому, или универсал идет? Больше универсал. Это хорошо. Тебе тоже, Таня. Так уж и быть. Из-за того, что размер шестерка очень глубоко и хорошо сформировывается прорез. Угу. Смотри, как классно и круто. Я не достаю практически до самых концов. И хорошо рубят, я смотрю, прямо от души. Вот глубина большая, давай посмотрим, как они будут делать слайс. Давай. Вот, например, насчет слайсинга у меня вопрос есть. Слайсинг, когда человек делает, многие не знают, как это делается. Чуть-чуть надо доводить пальцами или просто зафиксировал на одной точке и все? Мне кажется, надо чуть-чуть... Все зависит от класса. Угу. То есть, если класс у ножниц слабый, да, конечно... Вот этот... Необходимо прорабатывать. Я понял. Прорабатывать. И из-за этого вот такой поворотный ключ вам тоже очень хорошо подойдет. Вы можете брать не только так, а вот таким вот образом под кольцо. То есть хорошо настраивать и обрабатывать грязь. Эти ножницы кто покупает? Ну, в основном ребята, которые имеют опыт хотя бы 3-4 года. 3-4 года, да? Да, для новичков эти ножницы немножко крутые. Ну, если человек в год уже работает, например, с эргономикой, ножницами, он может себе приобрести такие ножницы? Ну, я думаю, да. Ну, мне кажется, это все равно петелька надо разглаблять. А отработка идет все равно годами. Мастер вытачивает это годами, а потом уже просто подбирает под свою руку. Ну, вот, допустим, здесь кольца сейчас пустые, можно поставить также еще силиконовые, и будет еще удобнее. Ага. Это больше идет для женской руки. Чтобы не скользило, да? Да, и чтобы можно было хорошо их зафиксировать руки. Для кого эти ножницы? Итак, мы сегодня поработали ножницами Infinity. Это размер шестерка, класс 5. Даже 5,5 есть полотно, на экране укажу. Да. Размер шестерка очень хорошо подходит, особенно мальчикам, которые работают в мужском зале. Ну и девочкам, если там как бы идет вариант тушевки, в принципе, могут использовать. Также хорошо используется в женском зале для пойтинга и слайсинга. Просто размер классный. Есть вариант кольца. Да? Вот присутствует кольцо, которое для большого пальца. Вот оно. Сейчас. То есть как оно крутится? Крутится и такая вот часть, да, и крутится вот так вот. Uh-huh. То есть, ну, вот сфера такая, вселенная, интересная штучка, придуманная дизайнером. Оно работает или это чисто маркетинговый ход? Работает, да, для пальцев это очень хорошая вещь. Можно различным вариантом брать ножницы. И так вот, если ты снимешь, да, покажешь вот тот вариант, да, когда вот ножницы прикольно лежат. И также их можно хорошо поставить, если кто не знает. Это будет вот такая фишка от меня. Прекрасно, замечательно. То есть такой вот дизайн, который и клиенту можно показать, и точно так же похвастаться в своем салоне своим мастерам. Да. Вот стоят вот ножнички, да, вот мы их берем вот таким вот вариантом и очень прекрасно работаем. Даже для тушевки и для того, чтобы повернуть. Да, как я понял, он облегчает кисть, потому что если вот обычные ножницы берет, тебе больше приходится доворачивать руку. Да. А здесь-то благодаря этому ты не доворачиваешь, а колечко выполняет эту функцию.
Колечко выполняет эту функцию и помогает мастеру удобно держать ножницы в руках. То есть и крутить их хорошо, и можно держать их и таким вот образом, можно держать и вот так вот. И когда делать окантовку, тоже не искривлять руку, а как бы уже пользоваться вариантом кольца. Ну, как бы вот так вот. Советую всем мастерам, которые не начинающие, а немножко опытные, хотя бы 2-3 года стажа. Я понял. Все? Все. Да, спасибо тебе большое. Спасибо.